Беда не в том, что образование финансируется недостаточно, хотя оно финансируется недостаточно. Беда в том, что образование служит не развитию человеческой личности и созданию гармоничного общества, как в советские годы, не подготовке квалифицированных специалистов, как в поздние советские годы и в 90-е проклятые годы, но оно сохранялось. Сегодняшнее образование готовит квалифицированного потребителя, как правильно сказал министр образования господин Фурсенко, и эта политика сохраняется. Образование готовит потребителя, который умеет брать кредит, но не знает, зачем это ему, и не думает о том, как будет расплачиваться. Вот это миссия современного российского образования, и я думаю, что немецкие фашисты, которые готовили план ОСТ и включили туда соответствующие стандарты образования, они радуются, что их политика торжествует в сегодняшней России.